Еще 211 человек излечились от коронавируса. Всего выздоровели почти 62 тысячи ставропольцев. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Продолжается работа по выявлению новых случаев заражения. За прошедший день диагноз подтвердился у 360 жителей края. 21 пациент скончался. Сдержать распространение инфекции поможет только вакцинация. Не забывайте соблюдать и меры профилактики. Чем запомнится лето 2021 и как начнем новый учебный год? 30 августа губернатор Владимир Владимиров проведет прямую линию. Трансляцию можно будет посмотреть на своем ТВ и ОТР. Проект также поддерживает интернет-портал «Победа-26», газета «Ставропольская правда», издательский дом «Периодика Ставрополья» и Центр управления региона. Задавайте вопросы по телефону доверия губернатора 74 81 88 или запишите свой видео-вопрос и отправьте на номер WhatsApp 8 928 350 80 70. Итак, 30 августа в 17:30 включайте свое ТВ или ОТР. Станица Ессентукской готовят к открытию новый детский сад на 160 мест. В администрации предгорного округа рассказали, во всех групповых ячейках есть игровые, спальные, туалетные и буфетные комнаты. Также в дошкольном учреждении обустроили бассейн, залы для музыкальных и физкультурных занятий. Объект возвели в рамках краевой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В хуторе Новомихайловском и поселке Семеновке Георгиевского округа к концу года обновят изношенные водопроводные сети. Как сообщили в управлении по информполитике правительства Ставрополя, в общей сложности специалисты заменят почти 5 километров труб. Работы пройдут благодаря поддержке регионального министерства ЖКХ. Продолжается ремонт 2-километрового участка региональной трассы Кочубеевская-Балахоновская-Армавир. Как сообщили в краевом Миндоре, там уложат новое асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, установят знаки и нанесут свежую разметку. Работы проходят с помощью технологии ресайклинга. Ремонт ведется благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».